Все время помоешь посуду, смотришь на полету и говоришь: блять, еще и сковородка. Забыл перепилить лестницу, то есть перепилил весь трипер, который здесь лежал, можно сказать, 3 года. Осталось все это дело собрать, перетащить в дровник, почистить весь оставшийся трипер в виде щепок и опилок. Итак, видос у нас будет посвящен цепи зубр 14 дюймов 3 восьмых шаг, ну и 1,3 толщина хвостовика. То есть на эту цепь я как бы уже снимал обзор. Видос загружается, поэтому запись маленько подтормаживает. Плюс еще Яндекс включен. Яндекс таксон. То есть сравнивал я эту цепь. Даже не сравнивал, как бы купил 2 цепи, чтобы пилить трипер. Так как я все время использовал чемпион. Вот взял на пробу зубр с L-образным зубом. Профессиональный, так скажем, поймал я вот на этом трипере с гвоздями, блядь. То есть поймал я 2 этих гвоздя. Ну, маленько цепь пострадала. То есть некоторые зубья, они вот так вот имеют небольшие зазубрины у каких-то. Вот так вот маленько загнулся носик, точнее кончик. Ну то есть обычный L-образный зуб, чизель, чизер, блять. Здесь вообще нихуя нет, зуб отлетел к хуям, то здесь выкрашилось. Ну вот такие вот зубья, они, по мнению экспертов, более склонны к, как, блядь, объяснить. Ну то есть когда ловишь какой-то гвоздь, цепи сразу наступает пиздец, легко и непринужденно. Ну и оппонентом у нас выступал Ranger, то есть цепи от Razer, характеристики уже не помню какие. Ну то есть то же самое, 54 зуба на 52 зуба на 3 восьмых шаг. То есть зуб у нас полукруглый идет. Обычный полукруглый зуб. Качество цепи так себе. То есть если выбирать, то лучше покупать зубр. То есть он хоть пилит, блядь, заебись, весело, блядь. По причине того, что уже цепь затачивалась 5 раз. По разным самым причинам. То есть, если затачивать на всю длину, то есть, включая боковую кромку, режущую тоже, вот эту вот, то зуб имеет вот такой профиль. И он здесь в этом месте отлетает при нагрузке. То есть получается вот такой вот результат. То есть, на мой взгляд, если цепь уже как бы прошла свой экватор, середину, то затачивать надо только режущую кромку. Думаю, вот так вот. Вот на такой, как бы, вот такое расстояние. То есть, чтобы была кромка и маленечко вот эта вот боковая грань. То есть если хуярить до самого низа, то зубья отлетают. На этой цепи уже где-то 2 или 3 зуба не хватает. Ну и полукруглый профиль. Она как бы низкопрофильная считается. Не знаю, вот на зубре у нее звенья не намного крупнее, чем на полукруглых зубьев. Взять хотя бы вот этот Ranger, блядь.
То есть полукруглый зуб я не люблю. Перешел я на шаг 3 восьмых с 325 и на вот такой вот L-образный зуб, так скажем. Как показать-то, блядь? Возможно, кто-то не видел никогда. То есть прямой зуб, 90 градусов. Режет как по маслу. Ну, до первого гвоздя. То есть, если это еще каким-то боком может пилить, то здесь уже все. Поэтому, если у вас есть какой-то... блядь, как сказать-то? Неопределенность какая-то есть, какую цепь купить. С полукруглым зубом или с L-образным, с прямым, с профессиональным. Покупайте зубр. Мастер. Цепь охуительная. Лучше, чем эрозерская от Rancher. То есть цена у них практически одинаковая была, даже не знаю сколько. Но в закрепленном... В первом закрепленном комментарии я как бы оставлю ссылку на видео. Там посмотрите всю информацию. Но вот эту вот цепь могу рекомендовать. Я там шарики от подшипника перекатываются. Коплю. На фотографии. Такое очередное видео ни о чем. У меня как бы один товарищ в этом году, наверное, месяц назад спрашивал, как бы, как пилит эта цепь. Вот. Пилит она заебись. А лучше, чем Razer. На этом я свое видео ни о чем заканчиваю. Всем пока.